Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Мы продолжаем с вами разбирать компонент форума Кунена, урок номер 73. В этом интересном уроке я хочу вам рассказать, как скрывать определенные категории от всех людей, и эта категория будет видна определенным группам пользователей. Например, VIP-группа. То есть эта группа может быть вашими клиентами или могут быть какие-то другие ситуации, по которым вам нужно скрыть раздел форума от всех, то есть чтобы никто не мог его и видеть на форуме, этот раздел, и, соответственно, писать на нем. То есть, грубо говоря, раздел для клиентов. Итак, давайте в этом уроке организуем такой раздел. Первое, что нам нужно сделать, нам нужно сначала создать некую группу пользователей. Для этого мы переходим в пользователи, кликаем в Joomla, наводим мышь на группы, создать группу, название группы, например, VIP, входит в группу, здесь ничего не трогаем. Нажимаем «Сохранить, закрыть». Далее кликаем вот здесь вот влево в списке «Уровни доступа» и создаем новый уровень. Название уровня можно также написать VIP и группы пользователей, имеющие право доступа. Здесь у нас вот в самом низу появился VIP, который мы только что создали. Ставим галочку здесь обязательно. Нажимаем «Сохранить, закрыть». Вот и все. Вот так просто создаются группы. И теперь нам нужно настроить нужные категории. Точнее, те категории, которые мы хотим скрыть, нам нужно их немножко настроить. Переходим на наш форум, компоненты, Кунена форум. Переходим в категории. Смотрите, мы с вами создавали Joomla раздел и к ней две категории. Далее я создал WordPress раздел и две категории. Например, я хочу категорию компоненты Joomla сделать для VIP. Я кликаю, захожу внутрь категории. Далее мы переходим с вами на вкладку «Разрешение категории». И здесь мы немножко настроим тип контроля доступа. Мы здесь выбираем группы пользователей. Далее основная группа пользователей. Здесь мы выбираем VIP. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Присоединить основные группы оставляем без изменения. Дополнительная группа пользователей. У нас здесь стоит уже супер-юзер, то есть это главный администратор, то есть это вы, владелец вашего сайта. Здесь оставляем без изменения. Супер-юзер оставляем. Здесь оставляем без изменения. Далее, группам пользователей, которым разрешено писать. Мы здесь выбираем VIP, зажимаем Ctrl и выделяем еще супер-юзера, главного администратора, так? Следующая, последняя, группа пользователей, которым разрешено отвечать. Здесь то же самое. Выбираем VIP и зажатым Ctrl на клавиатуре выделяем две группы пользователей. Или можно просто левой кнопкой мыши кликнуть, на, например, на Super User, зажать левую кнопку мыши и подтянуть вниз, чтобы выделить эти обе категории. Сейчас у нас все настроено правильно, и сейчас мы это будем проверять. Нажимаем «Сохранить, закрыть», переходим на наш сайт. Перейдем на главную страницу, например. Переходим на форум. Сейчас вы можете наблюдать вот здесь, что я не авторизован. Мы видим, что у нас в категории Joomla есть шаблоны, но категории с компонентами Joomla мы не видим. Сейчас я сначала авторизуюсь как администратор. Убедимся. Вот вы видите, появились компоненты Joomla. То есть как администратор я могу видеть. Здесь у нас настроено верно. Вот могу зайти. Могу создавать новые темы, есть кнопка, да? То есть здесь у нас все верно. Теперь давайте зайдет зарегистрированные пользователи. То есть все пользователи, которые у вас регистрируются на сайте, они автоматически должны попадать в группу зарегистрированные. Конечно же, для них, если мы все сделали правильно, не должно видно быть этого раздела. Под логином тест я захожу, и вы видите, что сейчас авторизованный пользователь тест, он не видит категорию для VIP. Теперь, допустим, этот пользователь заплатил вам деньги, там, я не знаю, за обучение или там за какие-то услуги. Теперь для него нужно открыть этот раздел скрытый, да, вот этот тест. Смотрите, он сейчас не видит категорию. Как это делать? Как для пользователей, для ваших, которые стали вашими клиентами, как для них открывать эти разделы? Вы просто переходите в пользователи, менеджер пользователей, находите или через поиск, если у вас много пользователей, либо здесь в списке этого пользователя, который оплатил. Кстати, здесь очень удобно, в Joomla можно делать заметки, поэтому вот нажатие этой кнопки, об этом у меня были уроки. Здесь можно просто отмечать, что этот пользователь, например, ваш клиент.
Вы кликаете просто по логину тест, заходим внутрь, переходим на следующую вкладочку «Назначение групп пользователей». И здесь просто внизу, вот у нас, видите, VIP, ставите галочку. Тем самым мы открываем ему доступ к закрытому форуму. И нажимаем «Сохранить, закрыть». Итак, нам сейчас нужно просто обновить страницу, чтобы увидеть этот раздел, так как мы авторизованы под этим пользователем тест. Обновляю страницу. И вот вы видите, теперь тест видит компоненты Joomla, то есть скрытый раздел, он теперь его видит. Вот он может зайти, читать посты, создавать посты. Теперь он может делать абсолютно все здесь. Конечно же, ограничено настройками форума, да? То есть он не может там удалять свои посты. Тут уже все зависит от того, как вы настроили непосредственно сам форум. Но он может видеть ваши посты. Вы можете ему отвечать, он может создавать свои вопросы какие-то. То есть это скрытый форум, грубо говоря, для клиентов. Вот так вот просто мы можем организовать, казалось бы, на обычном форуме бесплатном, абсолютно как и бесплатные разделы, так и платные скрытые разделы только для ваших клиентов. На этом я урок заканчиваю. Надеюсь, для вас он был полезен. Если это так, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.